Особое мнение на 101 FM. Добрый день, вы слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Ксения Казакова, и сегодня наш гость — депутат законодательного собрания 4-5 созывов, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турула. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый. Давайте начнем наш разговор с ситуации с маркировкой обуви. С маркировки продукции, да, и в частности маркировки обуви, которая с 1 марта станет уже обязательной. У нас это такой цикл маркировок, который там с 1 июня будет молочная продукция, с 1 июля лекарственные препараты. Вот, но поскольку обувь у нас самая близкая, начинается с 1 марта, о ней предлагаю поговорить немножко подробнее. Итак, маркировка, что такое, в принципе, маркировка? То есть это создание некого кода, да, который будет присвоен каждой паре обуви, и с помощью которого эту пару обуви можно будет как-то идентифицировать. Соответствие стандартам, получается. Да, эти же стандарты, они раньше были наносились там на бирки, на коробки, сейчас это будет, видимо, уже все заведено в электронную форму, в электронный документооборот, и можно будет таким образом отследить путь продукции, там, начиная от производителя и там, до розницы. Да? При этом, как я понимаю, там, из того, что я прочитала, заносить вот в эту систему честный знак нужно будет обувь, там, следование обуви на каждом этапе. То есть производитель изготовил там пару обуви, купил маркировку за 50 копеек без НДС, нанес ее, внес в систему честный знак, отдал, например, импортеру, импортер ее просканировал, внес в систему, отдал оптовику, оптовик тоже это сделал, там потом в розницу и так далее, и продавец тоже вносит в эту систему Как честный акцизы знак. На виноводочные изделия. Да, и мы видим весь вот цикл, получается, следования обуви. С одной стороны, история с маркировкой вроде бы там преследует такие положительные цели, да, с одной стороны, получается, что это у нас государство как бы контролирует рынок, пытается как-то бороться с контрафактом, с другой стороны, есть два момента, это, во-первых, потенциальное удорожание для нас, как для покупателей, стоимости продукции, потому что вот каждый код стоит 50 копеек, да, плюс НДС еще сюда добавится. При этом непонятно, сколько надо ли будет платить, например, за подключение к системе честный знак, сколько будет стоить оборудование. Наверное, все это все равно будет включено в конечную стоимость продукции. И второй момент – это налоги. То есть предприниматели говорят о том, что будет повышены налоги. Об этом мы сейчас поговорим. Но кировские производители обуви уже говорят о том, что вся эта ситуация, в общем-то, критичная. В частности, замгендиректора завода «Искош» Владимир Зонов в интервью нашим коллегам из «Бизнес-новостей» сказал, что программное обеспечение не готово, технических средств нет, оборудование только под заказ, изготавливается оно не менее 2 месяца. Все затраты лягут так или иначе на потребителя. Мы не говорим о том, что не нужно бороться с контрафактом, мы заявляем о том, что рынок технически к этому не готов. Пишем письма, обращения, чтобы дату перенесли на 31 декабря. Год при этом не изменится. Изначально маркировка преподносилась как борьба с контрафактом. Сегодня выясняется, что за этим стоят коммерческие структуры. И деньги идут не государству. То есть это то, что говорит производитель. Есть еще точка зрения предпринимателей. И вот они как раз говорят про налоги. И согласно законодательству, те товары, которые попадут под маркировку, они уже не смогут использовать ЕНВД как специальный налоговый режим. Соответственно, это увеличение налоговой ставки, они приходят на упрощенку, там либо 6%, либо 15%. И «Бизнес-новости» опять-таки приводят слова предпринимателя Юлии Долгоаршинных, которая говорит о том, что в 3,5 раза, вот уже даже если они придут на упрощенку на упрощенку 6%, уже в 3,5 раза у них вырастет налоговая база. Соответственно, тут вопросов очень много, даже несмотря на то, что сегодня, 20 февраля, Заксобрание будет рассматривать законопроект в первом чтении, который вроде бы должен снизить, потому что субъект имеет право снижать налоговые ставки. Вот они же 6% предлагают снизить до 4%, 15% до 7,5%. Все равно это огромная нагрузка на бизнес, хотя мера преподносится как благая. Но, тем не менее, вот вся эта история, это вот с точки зрения вас как экономиста, она нужна нам или не нужна? Что мы получим как потребители? Будет ли меньше контрафакта на этом рынке? И в конечном итоге на производителях как это скажется, с вашей точки зрения? Ну, вы видели, что мы сегодня начали нашу передачу с моей улыбки такой.
Но это не означает, что присутствует оптимизм. То есть есть такая история, когда говорят о том, что уже деваться некуда, остается только смеяться, да, уже и плакать не надо. То есть ситуация, она, в принципе, сравнима вот с этой анекдотичной ситуацией. Первый посыл, который я хотел бы как экономист сказать – учитывая, что у нас действует система шоковой терапии, то есть модель Фридмана, а это дефицит денег, главное, а следовательно, идет реструктуризация экономики в целом, мы говорим о том, что рынок по всем группам товаров, он эластичен. Ну, то есть не хватает денег, перенасыщение искусственное товаров, они нужны, но купить их люди чего? Не могут. И, следовательно, рынок очень чутко и болезненно реагирует на любое повышение цены. То есть обваливается. Угу. В такой ситуации он просто обваливается. Та ситуация, которую вы сейчас доложили, она действительно такая. И, значит, с точки зрения экономики, это есть акция монополистов, да, где есть аффилированные структуры частные, которые вводят вот эту систему повышения цены, незначительной, но при этом обваливается рынок для того, чтобы создать преимущество для крупных производителей. Ну, то есть мы здесь, вероятно, придем к тому, что у нас останутся только сетевые магазины, если мы говорим об обуви. Да, вы правильно сказали. Здесь надо-то брать не от сетевых магазинов. Сетевые магазины, они выполняют просто ту функцию, что доводят... Значит, крупные производители. Крупные производители. На сегодняшний день у нас сформировались, мы вот перед началом передачи говорили, там, госкорпорации и так далее. Система такова, что все реально действующие предприятия, эффективно работающие, они включены вот в эти все корпорации. То есть волей-неволей их вынудили, сегодня они находятся в единой системе. Все, что находится за корпорациями, за монополиями, по сути дела, которые называются там государственные монополии, это является болезненным элементом для монополий, которые забирают, они считают. Подождите, но для нас тогда это хорошо, для нас покупателей это хорошо. Нет, подождите, нехорошо, нехорошо, это нехорошо, потому что монополисты, они держат завышенные цены. Ведь малый производитель, он чего делает? Он делает и использует закон стоимости. Он вкладывает туда свой труд, свои затраты и прожиточный минимум там, для того, чтобы развиваться и не умереть, прибыль, маржу. Не маржу 100% делает, а маржу там, 30% для того, что это производитель, я говорю, малый производитель. И он живет неплохо, нормально живет. Дальше это уже идет эта система. И таким образом, чтобы убрать конкурентов, которые создают вот эту систему. Монополии, в общем-то, придумали, государственные монополии придумали вот эту модель, которая сегодня не только в этом будет применяться. Сегодня принято законодательство, что, скажем, в сельском хозяйстве к 1935 году 30% производителей должны работать по органической модели производства. Это означает обязательная сертификация и получение сертификата экологически чистой продукции. Неважно, машиностроение или еще что-то. Органическое, значит, не наносящее вред окружению. Ну, это же правильно. Это правильно, это правильно. Но это означает, что надо внедрять новые технологии, которые снижают себестоимость продукции и снижают цены, реальные цены. Это означает, что должны цены быть заморожены, и дальше внедряются технологии, которые снижают себестоимость продукции. Вот о чем идет речь. Но при этом... заморозки цен у нас не происходит. Слушайте, ну это закон рыночной экономики. Цены подняв, они уже не снижаются. Для того, чтобы максимизировать получение прибыли. Так вот, я дальше начинаю рассуждать. К чему же это все приводит? Это приводит к тому, что принят закон с 1 января этого года, вся продукция качественная, она должна пройти сертификацию на органический характер. То есть должны это любая продукция? Любая продукция, которая претендует, быть экологически чистой, натуральной, не наносящей вред окружающей среде и так далее. Любая. И там суммы, поверьте, мы когда с Кировским молочным комбинатом считали, это непреодолимая преграда. То есть надо 3 бюджета годовых на то, чтобы войти в эту систему. Вы понимаете, что это механизм ликвидации конкурентов. По-другому я это не называю. Это первый посыл. Второй посыл, он заключается в том, что существует система «Меркурий»,
существует Меркурий. Кстати, да, предприниматели говорят о том, что зачем нам то есть она уже есть, но если... давайте ее, она бесплатная, эта система, по сути дела. Роспотребнадзор пусть вводит специальный отдел, службу, и не повышая цен, а просто фиксируя товары и проводя их по цифровой экономике, проводя их по всей цепочке, не надо никаких дополнительных затрат. Поэтому я считаю, это вообще надуманная схема. Это действительно, вот когда вводили эти для предпринимателей эти чековые аппараты, завязанные на компьютер, мы посчитали, сколько это стоит предпринимателю. И у него бизнес становится абсолютно нерентабельным, невыгодным. То есть 50 тысяч надо войти в эту систему, 16 тысяч в год обслуживания этого аппарата и так далее и тому подобное. Со всеми вытекающими здесь последствиями. То есть это специальные вводимые обременения для бизнеса, которые, возвращаясь к первому посылу, повышают цену на товар и делают неконкурентоспособным эту продукцию. Третий посыл. В принципе, система того, чтобы бороться с контрафактом, она нужна. Но к этому вопросу необходимо подходить не тупо. Я вот такое слово буду использовать. То есть само производство какой-то обуви частником кустарным – это нормальное явление, это неплохая ситуация. Я даже помню, в Советском Союзе, будучи военным, я искал специально там сапожника, который мог бы мне сшить сапоги. Частник. Я искал военные сапоги, ну, чтобы быть красивым и так далее, стройным, как это, брутальным, да, и так далее. Он был, этот сапожник, я его находил, я ему платил деньги, это был индивидуальный заказ. То есть почему мы лишаем возможности производить эту обувь вот этим частникам? То есть, погодите, сейчас... Сейчас я закончу. Я закончу мысли. Я ее только зачин начал. Потому что систему борьбы с контрафактом ввели из-за того, что вот эти вот частники, которые должны существовать, стали использовать брендовые марки. То есть торговые чужие марки для того, чтобы поднять цену и выдать за продукцию. Следовательно, вопрос-то должен быть в другом русле. Если мы хотим с контрафактом бороться, мы должны через систему Меркурий проводить этот, которая исключит возможность использования вот этих брендов. Все. И все. Тогда зачем вводят маркировку? Так вы уже ответили на этот вопрос. Вы ответили, что для того, чтобы ввести дополнительное обременение для малого бизнеса, о котором везде трендят, заботятся. Зачем, если у нас сейчас там курс объявил президент на то, что мы должны помогать малому и среднему бизнесу, вот, потому что это дополнительные рабочие места. Вот в этом фишка-то и заключается, что за последние 30 лет народ уже научился понимать. Если внимание проявляют к тебе и хотят проявить заботу, значит, кирдык тебе настал. Понятно. Поэтому президент является рупором, предупреждающим о том, что, ребята, мы о вас будем заботиться, значит, тебе кирдык. Это его миссия выполнить, что ребята вас сейчас займутся и разбегайтесь в разные стороны. Поэтому надо сказать благодарность Владимиру Владимировичу, который четко понимает, что будет дальше делаться. Хорошо, давайте еще про налоги. Три аспекта вы назвали. Про налоги. Все-таки, если мы говорим о том, что там региональные власти снизят, да, налоги по упрощенной системе налогообложения, все-таки предприниматели говорят, что этого недостаточно. Можем ли мы пойти, например, по пути Подмосковья, где этот процент там не 4, как у нас планируют сделать, а 1? Значит, Ксения, мы этот вопрос не один раз поднимали, ну, когда я там в 5-м созыве был депутатом. Да и в 4-м поднимали, но в основном в 5-м созыве. Тогда мы заботились и искали возможность облегчить деятельность малого предпринимателя, потому что что такое малое предпринимательство? Это днем и ночью, не минуты покоя, где он придумывает, где он обеспечивает, где он торгует и так далее. Все риски берет на себя. По сути, это пахарь. Вот этот малый предприниматель, и говорить о том, что он там получает какой-то доход, но первые 2-3 года точно ничего не будет получать, только убытки. Поэтому становление бизнеса. И изменить этот закон никто не может. Из 100 предпринимателей, которые начинают, скажем, в этом году деятельность, в остатке остается, в лучшем случае, к концу года 10.
Вот какая жесткая система развития малого бизнеса. Поэтому законодатель, он вроде бы объявил о том, что мы должны обеспечить благоприятную среду обитания для деятельности, для малого бизнеса. Ну, он так принял. Даже создали госкорпорацию по оказанию и содействию малому и среднему предпринимательству. Но когда мы начали заниматься этим вопросом глубоко, оказалось, что те инструменты, которые рассчитаны на малого предпринимателя на начальном этапе, они не работают. Там надо 3-4 месяца показать обороты предприятия и так далее, и тому подобное. А деньги для того, чтобы бизнес эффективно работал, оборотные, нужны уже сегодня. То есть вот это вот хвост вытащил, нос увяз, нос вытащил, хвост увяз – это безнадежная ситуация. Поэтому найти вот эту выход из этой ситуации практически невозможно. И предприниматель брошен сам на себя. И поэтому вот это вот 4 или 1%, казалось бы, невелики суммы, ну, по сравнению с другими схемами налогообложения, да, но они являются для предпринимателя, опять же, с точки зрения вот этого жесткого структурирования. Но предприниматели-то говорят о том, что эти деньги, они ведь не заложены ни в цену, никуда. Я же вам об этом и говорю. Поэтому законодатель-то и вводит эти налоги для того, чтобы он их заложил в цену. И мы возвращаемся к первому посылу, который я сказал. Жесткий рынок, где действует вот эта вот система оперативной реакции рынка на повышение цены и обвал рынка, он же не находится в картельном соглашении с госкорпорациями и с монополиями. Монополии хотят, чтобы он лег под них и был уже назначенным там начальником цеха, к примеру. Понимаете, вот что хотят. Это идет закон так называемого эффекта роста, эффекта, забыл, вылетело это слово, но смысл понятен. Да? Это закон рынка, он просто поглощает, поглощает, поглощает. Либо ты ложишься под него, либо тебя ликвидируют. Вот система для того, чтобы легли, вводится налогообложение. Но это делается под видом того, что мы внедряем механизмы государственного капитализма. Хотя мы четко понимаем, что во власти находится олигархический капитал, который на сегодняшний день стремится получать максимальные прибыли. Его прибыли уже не устраивают, им нужны максимальные прибыли. Если ты получаешь прибыль, он считает, что ты его прибыль забрал. Давайте мы резюмируем. Значит, вы поняли, о чем дело? Это глубина экономического характера, которая очень... Я вот это и хочу сказать, чтобы давайте мы резюмируем, посмотрим. Да. Значит, введение маркировки – это укрупнение бизнеса и выживание с рынка мелких производителей. Выживание тех, которые, на взгляд крупного бизнеса, неэффективный бизнес, он не нужен на рынке. Это затраты, излишние затраты ресурсов. А по каким тогда параметрам они вычисляют этот неэффективный бизнес? А рынок отрегулирует. Я становлюсь убыточным, и я закрываюсь. Либо но я он должен... становится убыточным, потому что его зажимают со всех сторон. Да, совершенно правильно. То есть, когда говорят, мы проявляем заботу и внимание, действительно там что-то делаем, но грамотный человек, он увидит, что механизмы используются как полу какие-то механизмы, которые дают возможность дальше набить этот малый бизнес. Это все. Наши производители там молочной продукции, обувной продукции, они в этой истории они выживут или они тоже будут как-то поглощены рынком? Ну, я думаю, что умные, как это, верткие, увертливые предприниматели выживут. То есть они вынуждены будут пойти по пути разукрупнения своего бизнеса, где каждый структурный элемент, там, скажем, цех, участок и так далее, будет преобразован в систему малого предпринимательства, вплоть до одного человека, ИП-шки. И при этом собственниками этих участков будут неаффилированные лица с точки зрения родственности, там, учредительства и так далее, будут самостоятельные лица, и они будут создавать вот некие технологические цепочки, где убедиться... Погодите, а как это возможно, если мы говорим о том, что будет укрупнение, а вы сейчас говорите о том, что будет это наоборот развивание? Это защитная реакция малого бизнеса. То есть, если у меня 3 человека, каждый человек будет у меня самостоятельным бизнесом. Нет, но если мы говорим, например, про Вахрушевскую фабрику обуви, какой же это малый бизнес? Укрупнение пойдет. Нет, подождите, а вы вникали в эту ситуацию? Вахрушевская фабрика, она в каком сегодня виде существует? Вы вникали?
В экономике это называется вертикальная дезинтеграция. То есть укрупненные предприятия сегодня переходят на режим и систему размельчения предприятий, которые по-прежнему остаются в виде холдинга как самостоятельные предприятия, но уходят от налогообложения. И, то есть это все перейдет в историю холдингов? Сначала холдингов, но учитывая, которые... что когда был Никита Юрьевич отработан с налоговой инспекцией борьба с холдинговыми моделями, убеждающих... Но законодатели и правительство в том, что холдинг – это есть составляющий элемент аффилированных лиц, потому что холдинг не подразумевает наличие аффилированных лиц и участников этого процесса. Там передается 20% уставного капитала в управляющую компанию. Они как самостоятельные были, так и остаются. Хотя сами 20%, которые передаются, уже являются признаком того, что это аффилированные лица. Поэтому научились бороться с этой системой. Я думаю, еще дальше пойдет. Пойдет разукрупнение. Вот на чем прогорел в свое время «Глобус»? У него что было? У него было каждый сотрудник, это была ИП-шка. И в результате они уходили, ну, получается так, уходили от налогообложения по НДС, по сумме оборота. Угу. Ну, и Олег Юрьевич пусть меня извинит, потом они подправили, я имею в виду Березин, да, они подправили эту систему, и, в принципе, стало абсолютно прозрачно. Но это закон рынка, который заставляет, ну, каким-то образом выкручиваться из ситуации, минимизировать затраты. Значит, еще раз, у нас уходят с рынка малые производители. Касаемо покупателей, для нас, как это скажется, можем очень ли плохо. Мы спрогнозировать какой-то рост, насколько эта продукция вырастет в цене? Я думаю, что я, конечно, не бог, да, но если эта система будет введена, я думаю, что процентов на 25-30 цены поднимутся. Угу. Это на каждом этапе или это все нет, вместе? Нет, в целом. Вот если эта система сейчас будет вводиться, то дальше пойдет, вы понимаете, переходный период, когда начнут отпадать часть предприятий, и рынок начнет реагировать на повышение цен. То есть сожмется предложение товара, продукции, а, соответственно, монополисты начнут поднимать цены. Угу. У нас остается 3 минуты до рекламы. Я предлагаю перейти к другой теме. Давайте. Я, наверное, ее сейчас озвучу. Мы о ней начнем да, говорить. Да, Ксения, я должен ремарку сделать. Мы с вами только зачин сделали этого разговора, потому что мы с вами пока рассуждаем. Впереди естественно, нам, эта тема очень да, глубокая. Впереди да. Вообще-то необходимо, чтобы немедленно проводились консультации с малым бизнесом, создавалась какая-то рабочая группа, где должны осмысление сделать этого процесса. Ну, скажем, предпринимательские массы. А зачем рабочая группа, если уже все принято? Вот уже. Надо было разговаривать, надо было до. Конечно. Когда еще не приняли, когда не было принято решение. Это еще раз подтверждает то, что на сегодняшний день у нас идет нечестная игра на рынке. Под видом честной игры благополучие, наведение порядка, ведется очень нечестная игра. Поэтому это является предметом хорошо, разговора. Хорошо, зачем? Зачем? Как зачем? Я же вам сказал, действует закон получения максимальной прибыли. Крупными собственниками. Да, конечно, и они сегодня во власти везде, они же везде расставлены. Попробуй попади куда-то во власть. Ваш покорный слуга, в общем-то, сказал, это бестолковое дело, и сказал, не, надо отдельно создавать что-то такое, что контролировало бы эту ситуацию. Хорошо, к другой теме все-таки перейдем. Уже 1,5 минуты у нас остается до рекламы. Поэтому я сейчас ее озвучу, мы уйдем на рекламу, потом ее продолжим. И тема связана тоже с бизнесом, но уже со стороны рекламы. Да? Рекламные баннеры могут вернуться на фасады жилых домов. Так у нас гласит эта тема. В Вятской торгово-промышленной палате в начале февраля состоялся круглый стол. Обсуждали тему развития рекламного рынка. Присутствовали там предприниматели, присутствовала глава города, депутаты. И, в общем-то, что решили? Решили исключить из городской концепции размещения рекламных конструкций. Во-первых, ограничения по площади да, этих рекламных конструкций. Во-вторых, снять запрет на размещение рекламы на фасадах жилых домов. Угу. Сейчас у нас этот запрет действует. И я хочу узнать, потому что предприниматели, конечно, очень активно выступают за то, чтобы все это вернуть, потому что реклама, как известно, двигатель торговли и так далее. Но я хочу вас спросить, как у президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, все-таки есть ли какие-то данные о том, сколько предприниматель получает, например, вот он видит, что у меня нет рекламы, я получаю там условно 150 рублей. Я повесил рекламу, моя там выручка выросла там в два раза, например. Да? Вот этот момент я хочу уточнить. Мы сейчас уйдем на рекламу и после рекламы вернемся. Ну, давайте.
Возвращаемся в студию, продолжаем «Особое мнение». Валерий Турулов у нас в гостях. Обсуждаем рекламный рынок. Ну, позиция здесь тоже неоднозначная. Ну, первое, мы должны четко понимать, что город не может попадать в анархию по размещению рыночного продукта, рекламного продукта. Этот рынок должен быть абсолютно регулируемый, потому что он затрагивает интересы живущих граждан на территории города. И поэтому с этой точки зрения, ну, абсолютно понятно, должны быть какие-то правила игры. Второй момент. Мы говорим о том, что запретительство на рынке любого продукта, это есть нарушение рыночных механизмов. То есть на рекламный продукт должны выходить свободно люди, и этот продукт должен быть доступен для любого предпринимателя. Ну, для того, чтобы, как вы сказали вначале... Ну, подождите, если он будет доступен, это получается, что каждый предприниматель сможет навешать там свои рекламы. Нет, он доступен, учитывая, что мы сказали, что он регулируемый, значит, кто-то должен этим процессом управлять. Не я должен самостоятельно, не анархически вешать этот рынок, этот рекламный продукт, а должен, ну, ответственный субъект, хозяйствующий субъект, которым этим занимается. Ну, это городская реклама в нашем случае. Да нет, не обязательно городская реклама. То есть должны... Это у нас произошло, что увидев, что там получается определенная прибыль и доход, дальше вытеснили частных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей с рекламного рынка и забрали этот рынок под себя, под видом того, что наводится порядок. Поэтому это вторая позиция. Для того, чтобы не произошли вот эти перекосы, первый перекос в анархическое русло, где каждый, где хочу, там и вешаю. И второй перекос, чтобы отсутствовала вот эта вот ситуация, связанная, где город монополизировал, по сути дела, этот рынок, и стало невыгодно вообще пользоваться рекламой, потому что, ну, грабительский подход в этом отношении. А город не интересует о том, как в свое время говорил Быков, экономики у города нет и не должно быть. Но это глупость неимоверная, но она звучала и звучала не один год. Поэтому вот эта вот тенденция, что их не интересует экономика, их интересует, как сорвать побольше там за аренду рекламного места, за само размещение рекламы и так далее и тому подобное. Поэтому здесь третий момент, который мог бы урегулировать. Ну, дизайн-код или дресс-код города. Вот это вот правило, которое прописывают, где, кто, чего, зачем, почему, для того, чтобы архитектурно и не изменить восприятие города, его красоту, его и так далее, и тому подобное. Следовательно, вот то, что предложила ВТП, Вятская торгово-промышленная палата, оно вполне складывается вот в это понятие, где мы вырабатываем правила, где ограничены возможности города, они забиты в саму вот этот дизайн-код, да? Но, с другой стороны, предоставляется возможность свободной работы и игры на рынке вот этих предпринимателей, которые занимаются рекламой, профессионально занимаются рекламой. Подождите, у нас, во-первых, дизайн-кода нет. Во-вторых, тот момент, который звучал на круглом столе, вот я приведу только одну цитату, сказал ее Александр Долгополов, председатель правления Кировской региональной общественной организации за права граждан в сфере землепользования. Он сказал следующее. Бизнес напрягают те ограничения, которые включены в проект относительно фасадов частных и общих территорий. Сегодня большинство фасадов домов, расположенных в центральной части города, нуждаются в капитальном ремонте. И рекламные конструкции в данном случае не портят их облик, а напротив, придают им более позитивный внешний вид. Это о чем? Не о том, не о дизайн-коде. Это не о том, Ксения, не об унификации рекламных конструкций. Мы говорим о разных вещах. Я говорю о том, что надо сделать для того, чтобы... Вы говорите открыть фасады домов, а предприниматели говорят о том, что давайте еще мы все завешаем. Следовательно, когда мы говорим о дизайн-коде, он предполагает о том, что в плановом порядке должны быть проведены ремонты фасадов. Он должен привлекательным. Предлагался первичный проект, это улицу Ленина сделать. И, кстати, Светлана, ваша коллега, она выступала активно за то, что давайте в пилотном режиме запустим, посмотрим, как это работает. Мы плохого ничего не будем иметь. У нас появится улица, которая станет образцом, скажем, для всего города, и дальше можно масштабировать и тиражировать. И здесь мы могли бы поэкспериментировать в той же самой рекламе. Она не исключает дизайн-код использования рекламы. Вы поедете... Тогда почему предприниматели так активно выступают против? Нет.
Предприниматели сегодня не против выступают. Предприниматели сегодня говорят о другом, что сегодня отсутствует свободный доступ к рекламному продукту. Сегодня он монополизирован. То есть отсутствует рыночный механизм в использовании рекламного продукта. Ну, нету его. Есть монополист, город, который диктует, это мы будем Подождите, делать. Подождите, рекламный продукт вы имеете в виду к вывескам? Конечно, конечно. Ну, где-то его размещать надо. Нет, хотят и размещают. У нас есть требования к конструкциям, которые могут размещаться на домах, город что в частности, сказал? На улице Город Ленина. Сказал запретить. Город сказал убрать. Нет, у нас есть, но просто ограничение информационного поля. Там 2,16 метра квадратных. Ну, я об этом-то и говорю, что в данном отношении... Нет, ну вот у нас же есть 2 метра квадратных, пожалуйста, пусть в них размещают. 2 метра квадратных, но при этом мы четко понимаем, что ездит комиссия, которая определяет, а почему вы на своем здании повесили рекламу и почему вы ее не согласовали с городом. А мы говорим, это частная территория, это мой личный дом. Вы почему ко мне претензии имеете? Они говорят, нет, вы идите и согласовывайте с нами. И дальше идут запретительные меры. Поэтому это по принципу почтальона Печкина. Я вам там посылку принес, но я вам ее не отдам, потому что у вас документа нету. Вот что происходит. На сегодняшний день, по сути, рынок рекламы, размещение рекламы, он просто отсутствует, рекламного продукта. Хорошо, кто должен принять вот это стратегическое решение, стратегическое видение в городе, потому что мы то за дизайн-код, то у нас даже деньги на это хотят выделять. Но вы знаете, сейчас мы делаем 2 шага назад, нет, возвращаем подождите, рекламу на фасады. Кто зарубил? Кто зарубил эту тему? Городская дума не проголосовала. Да, городская дума. Она имела основание зарубить. Потому что не было... обоснованно, на что нужно потратить деньги. Да нет, глупости это. Была конкретная проблема. Куда эти 9 миллионов затратить? На замену оконных блоков в детских садах и школах или на дизайн-код? Вот какая проблема. Потому понятно, что не что было депутат... сформулировано, что дизайн-код да это нет, там да, какая-то дело не важная в этом. История. Можно было сформулировать, и все, что угодно можно было сделать. Это все фигня, извините за выражение. Вопрос в другом. Насколько промотивированы депутаты с точки зрения стратегии, о чем вы как раз сказали. Тактически они сказали, ну, конечно, для детей. Но был другой выход. Никто этот вопрос-то не Нет, готовил. Нет, ну тогда их должен был кто-то убедить в том, что вот, это нужно сделать. Вот это уже другой вопрос. Вот у нас стратегическое видение, не мы хотим через 5-10-15 лет увидеть был такой-то убеждать, город. Тот, кто должен был убеждать, он сначала сам должен был разобраться, а существуют ли другие источники финансирования данного процесса. Да, учитывая, что это касается города, Дума должна закрепить. Но и мы должны учитывать, что бюджет тоже распределен. Мы, если говорим, бюджет должен, то должны туда источники нового дохода. Естественно, нового дохода. И не только в этом году, конечно, а в течение какого-то долгого времени. Конечно, вот о чем идет речь. Что сказать, я хочу, чтобы у меня все время была там река с молоком и кисельные берега, но это ничего не сказать. Ну, мало ли какие хотелки я насочиняю, верно, да? А вот вы мне скажите, что это такое конкретно, что оно несет для города, и каковы источники финансирования, тогда все встанет на свои места. И вот это я пытался Илье Шульгину донести. Я говорю, а он не слышал. Я говорю, ребята, ну что вы шумите, что Дума плохая? Дума сделала то, что сделала, и она правильно сделала, потому что дети это превыше всего это сегодня, а дизайн-код это завтра. И получится или нет, это инновационный проект. Поэтому в данном отношении надо было искать другие источники дохода. Они какие? Я говорю, как какие? Использование муниципально-частного партнерства. То есть осуществляется соглашение с частным бизнесом, который вкладывается в эту тему, кладет свои денежки, а уже по результату город говорит, а, мы приняли вот действительно. И потом в следующих бюджетах закладываются деньги, чтобы рассчитаться. Ну как бизнес будет вкладываться, если они говорят, мы не хотим убирать баннеры, мы вложились в них уже деньгами, а сейчас вы нам навязываете дизайн-код, унифицируете вывески, а мы за них уже заплатили. Зачем мы должны терять эти деньги? Если вы обратили внимание, мы как раз говорили сначала, надо продумать и согласовать. И определить источники. Вот кто следовательно, это должен этап сделать? Подготовки. Кто это должен сделать? Это должен был город, администрация должна была делать.
Она должна была создать специальную группу, в которой привлечены должны были быть и предприниматели, и администрация, и общественность как таковая, хорошо, которая стоит против рекламы. Тогда вот этот круглый стол, который был в торгово-промышленной палате, он, получается, откатывает нам эту ситуацию, конечно, назад на два, конечно, шага? Конечно, конечно. Конечно. Я считаю, что сегодня мы идем по пути дизайн-кода, передумываем, меняем эти правила. То есть это элемент развития, я их называю элемент качель. То есть это синусоида, когда мы попытались сделать лучше, получилось как всегда, и говорим, давайте вернемся тогда назад, там было лучше, чем сегодня, но ситуация-то уже изменилась, мы ушли вперед. Поэтому я считаю, это торможение, вместо того, чтобы разрабатывать реалистические подходы в соответствии с динамикой и трендами развития, нам говорят, все это фигня, все это болтовня, вот давайте, вот и все, и пошли вы нафиг. То есть Дума не должна принимать эти изменения в правилах. Я думаю, что если Дума грамотная, то она, хотя я защищаю интересы предпринимателей и должен защищать, Дума должна предложить все же реалистический вариант развития, не стабилизация. Но как Дума может предложить? Там 36 депутатов. Им кто-то все равно должен ведущий. Вы не услышали, что я сказал. Она должна предложить инициаторам разработать не откат назад, а разработать движение вперед. То есть другую стратегию, а не ту стратегию, которую сказали. Там было лучше, вот поэтому мы туда идем. Просто Дума будет уже в эту среду, в ближайшую среду. Следовательно, кому должны сказать? Главе администрации? А главы администрации у нас пока еще нет. Соответственно, кому говорить? Елка до сих пор стоит. Кто команду... Ее должны убирать уже скоро. Кто даст команду эту елку? Нету Ильи Шульгина, команду нет. Мы 25 января должны были елку убрать, елка стоит. Я уже говорю, наверное, у нас Новый год наступит 1 июня. Тогда елку уберем. Поэтому я к тому, что сейчас кому шутка должна Дума говорить? Я думаю, это тоже один из изъянов нашей сегодняшней системы, который говорит о том, что нету головы, значит, все остановилось. Но это глупость неимоверная. И причем тут есть Шульгин или нет Шульгина, назначен кто-то или нет, кто-то исполняет обязанности. Угу. Кто-то же исполняет обязанности. Поэтому то есть Геннадий Слехова не должна сказать. Для нас это несущественно, кто там. Есть административные единицы, которые обязаны выполнить свой функционал. Валерий Николаевич, давайте ему прикажем, пусть готовит. 3 минуты до конца эфира, давайте кратко. Вы все-таки за дизайн-код или против? За дизайн. За дизайн-код. И тогда последний но вопрос. Но при использовании частного капитала. Государственно-частного партнерства. Да. В момент... Не государственного, а муниципально-частного. Муниципально-частного партнерства при разработке и вообще да, при реализации. Да, и реализации, совершенно правильно. Последний вопрос, который я сегодня хочу с вами обсудить. Вчера комиссия городской думы по местному самоуправлению рассмотрела вопрос о награждении почетным знаком за заслуги перед городом Кировом главы избирательной комиссии Натальи Вершининой. Вот. Я аплодирую. В ближайшую среду... Я ее поздравляю, я аплодирую. Вопрос будет вынесен на городскую думу. Причем мотивировка такая, что за многолетний добросовестный труд. Почему вам этот вопрос адресую? Да, насколько обоснованно вообще это... Сейчас такой... находится мой иск в Верховном суде. Вот, потому что вы были депутатом, вы были кандидатом в депутаты, в том числе в городскую думу. Обосновано ли чиновнику, который просто работает на муниципальной службе, пусть много лет, давать такие награды? Здесь есть формальный подход и есть содержательный такой, морально-этический. Когда дается награда, это все же... типа медаль, там, орден заслуженный. Нет, вот будет награда заслуженному тренеру это, России, тоже награда. Да, это есть морально-этический такой факт оценки деятельности. Следовательно, я бы вот эти мух от котлет отделил. С точки зрения исполнения добросовестно данных команд, конечно, Наталья Валерьевна, она заслуживает уважения, в кавычках, у власти. Она выполняет все четко и однозначно, зная о том, что она нарушает закон. Ну, помните вот эту историю с пятисоточниками в 2012 году? Да она я была вам в этот момент? Ситуацию. Я сейчас нахожусь с ними в суде. Я сейчас вам расскажу эту тему. Я же специально пошел в городскую, только очень кратко, потому в городскую что думу, до конца. Подал, зная о том, что меня засаботируют. И моя задача стояла посмотреть, а какие будут аргументы для того, чтобы они меня не допустили к выборам. Была команда дана четко, 100% собрать подписи, все то чин-чин, каждую подпись проверить, все зашибись. И что дальше происходило? У меня запарковали все 117 подписей. Я Наталья Валерьевна говорю, Наталья Валерьевна, вы что творите-то, елки-зай? У вас там запятая не так стоит, здесь запятая не так стоит. В целом, вы вот за
награждения? Против. Против. Я более того, это кощунственно вообще по отношению к той системе. Это свидетельствует о том, что у нас нет избирательного права и нет никаких гарантий. Потому что она все делала для того, чтобы неугодные люди не могли попасть в городскую думу и в законодательное собрание, потому что она командовала соответствующими округами и так далее и тому подобное. Поэтому, Наталья Валерьевна, я ее поздравляю, но считаю, что эта награда как раз свидетельствует о том, что она изуит без в юбке. Я предлагаю на этом закончить. Это было особое мнение Валерия Турула, депутата Законодательного собрания 4-5 созывов, президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Валерий Николаевич, спасибо. И вам спасибо. До свидания. Особое мнение на 101 FM.